наш подопечный готов давать эти когти. У меня вот такие вот. Вот такие вот ножнички. Они совершенно, ну, больше, чем кошачьи, конечно же. Да, мы начинаем с передних лап. Да, берем, захватываем ноготь у собаки, да, чтобы не дойти до нервных окончаний, да, чтобы ей не было больно и не повредить ноготь. Срезаем буквально с конца, где белое прозрачное основание. Оп. Не заламываем вот так ни в коем случае, собачке будет больно. Ногти стрижем, да, Мулечка, да, давай мама тебе подстрижет. Ногти стрижем, вот так. У Моли ногти, конечно, просто гигантские. У нее они толстые. Да, зайчик, да. Ну все, тише. Она приучена, она знает, что эту процедуру мы делаем регулярно. Если собачка боится, бывают случаи, хозяин срезал сразу, да, много захватил, сделал больно собаке. Тогда просто сначала поглаживайте, ничего не отрезая, просто прикоснитесь щекотно. Прикоснитесь ножницами, поводите, чтобы собака понимала, что да, есть ножнички, ими хозяин будет касаться ногтей, но больно не будет. Плюс также очень важно поощрять собаку, да, Молли? Говорить, что она умничка, Молли хорошая девочка, Молли хорошо себя ведет. Да, Молечка? Ай, Молли хорошая девочка. Намного сложнее стричь задние лапки. В лежачем положении мне удобнее. Самое интересное, что задние когти, они, конечно же, в разы короче, они, видно, лучше стачиваются. Да, да. И мы отрезаем буквально кончики. Все, вот твои, да, ножнички. Ножнички тебе мани-педикюр делают. Давай другую лапку. Молодец, моя хорошая собачка. Если, например, собачка нервничает, не хочет давать стричь когти, а успокойте ее, погладьте, дайте вкусняшку. Пускай она косточку грызет, чтобы ей было хорошо, да, Молли? Молли хорошо все вытерпела процедуру. Молли получает вкусняшку. Молодец, умничка.